короткой программы. Ведет Дэнни Джон Коглин. Подкрутка высокая, подкрутка, хорошая амплитуда. Тройной тулуп правит. Выбор тройной флип. Очень хороший рак вставляет оператор. Очень видно хорошо синхронно. Сейчас сверху особенно. Немножко нарушено, чуть-чуть нарушено. Закончили вместе. Хорошая скорость на поддержке. Переход под за бедро. И очень мягкий, аккуратный выход. Дорожка шагов. Тодосом надо наружу. Американские спортсмены, как говорится, закончили свою короткую композицию, короткую программу. Дэрилл Саперфилд и Паскаль. Дэрилл Саперфилд – тренер этой пары, а Паскаль Камерленко входит в состав хореографов, которые ставили эту программу. Тренируются они в Колорадо Спрингс. Восьмые мы были на чемпионате мира в сезоне 2011-2012 года. Вторые на турнире четырех континентов. Катаются вместе ребята с 2011 года. Вот подкрутка нам показывает. Очень хорошая подкрутка была исполнена, тройная. Смотрим тулуп в повторе. Чисто. Выбор с тройной чистым. Да, зрители приветствуют, понравилась пара зрителям. Хорошо смотрелись на льду, очень довольно приятно исполнили свою короткую программу. Улыбаются спортсмены, довольно неплохое исполнение короткой программы. Смотрим, как оценят судьи. Пятьдесят семь. 97 они
на четырех континентах. Результат 59-02. Ну что же, это лучше. Это лучший результат. Да, они пока первые.